Я же этими, я не, дрова у тебя не брал никакие. А мой помидорчики. Помидорчики, а мне какая розочка у меня из помидорчиков получилась. Ты розовые взяла, да? Розовые и красные. Я сложила из них розочку красивую, потому что я сама как розочка. Порежем, мы не будем их кусать. Давай, немножко чесночка в картошечку. Да, да. Укропчика и петрушечки. Да. У нас будет великолепный молодой картофель. К шишкам. А где у нас эти... Пустить сок. Что мы начали едим? Ну, сейчас мы решим. Рыбу или это? У нас великолепное меню. У нас восточное меню. Давайте рыбу. Я... А я все-таки... Ой, как же я люблю рыбу. Закроем ее? Великолепно. Ой, как красиво на гриле. Слушайте, как красиво на гриле получилась наша рыба. Ну, может, так не наклонять? Да, вот так вот лучше. Вот так лучше, да. Да. Шел мимо, вот. А мы вот на велосипедах были. Погладили его, нет? Нет, ты что, там он вдруг он с задними копытами бьет, если испугается. Ну, ничего, так надо спереди ничего. Подходить. Он третий пару раз. Да. Во-первых, не рекомендую. Это хорошо, что он еще без лосинка. Пару раз еще без лосинка с лосенками. Это вообще ничего не будет. Один раз он достаточно. Жизни прошлые страницы.